такая захуярова, блядь, прикольно было. Смотри, смотри. Колеса сами закатываются в магазин. Насколько продвинутые у нас продавцы шин? И производители, которые производят шины, которые закатываются в магазин сами. Они бы еще переобувались бы на машины сами. Подъехал к магазину, блядь. Пока заплатил, они уже переобулись. В следующий раз я вам это покажу, фокус. Это был он, казалось. А? Это был он, казалось. Да, он не просто был, брак, короче, просто брак капитальный. Пьяные, да. Пьяные. Пьяные колеса. Нормально все. Это же очень интересно. И реклама одновременно. 700 шин. А потом мы с них спросим. Скажем, мы вам рекламу сделали. А вы нам денежки заплатите. Опа. Пьяные колеса, короче. Сейчас он ему даст. Да. Отличненько. Опа, пошло. Опа, закатилось, отлично. Закатилось. Сейчас. Люди идут, ждут. Не думают ни о чем абсолютно. А тут бах, колесо покатилось. Нифига себе. Пьяное колесо. А уже складывать нечего, они спешат здесь, становятся колеса. Опа, нифига. Приколюха. Парень решил не мешать колесам, пускай, короче, катится, работает. Нормалек. Ну все, наверное, колеса перестали катиться. Все выпрыгнули. Посмотрите, логично, ремонт 50 евро. А новый 300, кстати, евро. Новый 300? Да. Какой? Ну, тут просто отлично. Новый 300. А ремонт сколько? Ремонт 500. Брать 50. 500? 50? Нет, 50 евро. 50 евро? Да. А телевизор 300 стоит, да? Да. Интересно, конечно. Нормально.